В рамках Дня города в Видном прошли дни улиц. Одновременно в четырех местах – у кинотеатра «Искра», в шестом микрорайоне, в парке культуры и отдыха, а также на Петровском проезде для жителей города были подготовлены праздничные программы «Это город наш с тобою». Для видновчан выступили давно полюбившиеся вокально-инструментальные и популярные ансамбли. Детей развлекали ростовые куклы и аниматоры. На двух площадках побывала наша съемочная группа. После шествия трудовых коллективов многие видновчане отправились в парк культуры и отдыха. Здесь, под сенью деревьев, праздник продолжился. Настроение, хорошая погода, с ребенком в парке. Довольство. Это праздник, который позволяет выплеснуться всем чувствам, которые есть в душе каждого жителя этого города, и показать свое отношение к этому городу, свою любовь к нему. Ну, покажите. Не могу показать, могу танцевать. Видное – город тружеников. На празднике вручили награды тем, кто вносит большой вклад в развитие города. Многие имена на слуху. К примеру, Сергей Фомичев, педагог дополнительного образования творческого центра «Импульс». Воспитанию подрастающего поколения посвятил 16 лет. За это время наш коллектив добился огромных успехов. Но в частности, в прошлом году у нас был творческий вечер в Центральном доме работников искусства в Москве. Это для подмосковного любительского коллектива это редкий случай. И городу я пожелаю процветания. И, конечно же, приходите заниматься в Центр детского творчества. Вот так, кому отдых, а кому работа. Но работа доставлять радость и поднимать настроение другим, особенно детворе, приятно. Один из четырех праздников улиц прошел в Расторгуево на Петровском проезде. Его с нетерпением ждали как дети, так и взрослые. И праздник получился замечательный. Ребячий задор не смог остановить и меня. Веселый хоровод вернул в детство даже местных бабушек. В пляс пошли руки, ноги и голова. Мы ждали этого праздника, конечно. Нам очень нравится. И почаще такие праздники у нас устраивались. Тут же можно было несколькими умелыми росчерками кисти изменить внешность до неузнаваемости. Девчонок сложнее гримировать, потому что девочки любят и цветочки, и сердечки, и бабочки, а мальчишкам тигренка, человека-паука, джокер и все. Где кем ты будешь? Тигром? Тигром? Ну-ка покажи, изобрази тигра. А бабушки тем временем подпевали исполнительницам народных песен. Как настроение? Нормальное. Отличное, отличное. Как что, такие праздники нужны нам? Конечно, нужны. Неужели не нужны? Мы хоть и встретились, поговорили, песни попели, повеселились. Правильно, девочки? Вот. Спасибо администрации! На этой площадке на Петровском проезде не только в праздники, а каждый вечер собираются десятки местных жителей из близлежащих домов. Чтобы двор был уютным, ухоженным, мало усилий только работников коммунальных служб. Каждый должен любить свой двор, уверена Галина Семеновна Заботкина, старшая по дому номер 16. Сажали мы здесь все посадки, делали на клумбы. Ну приди, каждая мама, возьми бутылочку водички и полезь свой цветочек, чтобы ребенок видел свою работу и дух своей работы. Никто. Возможно, именно такие мероприятия и поспособствуют объединению соседей. А там, глядишь, и не только общие праздники будут, но и общие дела. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.